О мой бог, какая красивая! Она фаворитка для Цзетон. Мой Цзетон будто для нее и создавался. Вы готовы вынести вердикт? Госпожа Ся, извините, но госпожа Дзян идеальная кандидатка для Цзетон. Директор Лу, почему вы лично пришли? Умойся. Я уже говорил, что запрещаю тебе краситься. Лу Цзинжи, ты в своем уме? Какой сейчас на дворе год, чтобы запрещать наносить макияж? Ты что, забыла? Все мои слова? Сними. Это платье тебе не идет. Отдай его Сяянь. Ачи, я знала, что ты лучший. Дзян Лань, ты это слышала? Ачи сказал, что тебе не подходит это платье. Не обольщайся. И что с того, что ты госпожа Лу? Если Ачи правда кого-то любит, он не стал бы ее при всех позорить и унижать. Он заботится о любимой и защищает. Поняла? Сними это платье прямо здесь. Лань-Лань, не слушай его. Раз дела обстоят так, пусть Лу примет решение. Либо развод, либо расстается с этой женщиной. Лань-Лань, ты не можешь проявить твердость духа. Сынин, я не бесхребетная. Я боюсь, что он рассердится на тебя. Ты мой единственный друг.